Уважаемые пассажиры, будьте взаимно нежны. Темно. И я вот сюда, здесь вот парень сидел, и я вот подползла к нему. И потом меня вытащили наверх. Оттуда люди кричали, было все темно, я ничего не видела. Вот. Только когда я вот здесь вот уже оглохла, вот здесь лежал то ли женщина, то мужчина, мне плохо было. Вот и это, здесь или нога была оторвана, вот здесь вот, вот. А когда сажусь в метро, если едут молодые девушки, едут с сумками, я выхожу из вагона и перехожу в другой вагон. Но хотелось бы, чтобы их души обрели покой, потому что это люди, которые безвинно погибли. Ну и хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы все-таки наши органы научились работать и предотвращать такие вещи. Ну, страх мне, ну, жалость, наверное. Обидно, что вот так вот вообще как бы, что люди друг друга не любят. Чувство, наверное, скорби, потому что трагедия такая была в нашей стране. А про расследование вы что-нибудь знаете? Все знаем. А вы кто такой? Я сегодня слышала по радио, что сказали, что вроде бы они уже знают всех, но расследование продолжается. Ничего не знает про расследование. Не знает. Про расследование? Ну, знаете, ну что-то я слышала как бы мимолетом, что возможно, что как-то вот и кого-то там нашли, но подробностей я не знаю. А о ходе расследования вы что-нибудь знаете? Расследования нет. Изменилось у вас там отношение, не знаю, там, к выходцам Северного Кавказа, например? Негативное. А почему? Не знаю почему, потому что слишком их тут много. А это именно после теракта произошло или ранее? Ну, связано, наверное, с терактами в основном тоже. А вот стали ли вы, может быть, после этого кого-то больше ненавидеть, там, не знаю, там, кавказцев или... Ненавижу. Ненавидеть? Именно после этого теракта или раньше? А, нет, вот после того... А пусть это я ненавижу. Я сама родилась на Северном Кавказе, много лет там прожила. И я знаю, что там есть разные люди, и есть очень хорошие люди, и есть люди, ну, как и везде положим, это, наверное, в любой стране. Но я думаю, что то, что происходит на Кавказе, виноваты наши власти в этом.
Везде есть люди. Хорошие, плохие. То есть вы не стали больше кого-то ненавидеть? А зачем это надо? Это же делалось специально, чтобы разногласия были между, наверное, нациями. Нет, у меня такого чувства нет. У меня есть чувство сострадания к тем, кто погиб, и к этим семьям, кто лишился этих людей. А чисто ненависти такого нет и не должно быть ни у кого.